Нужно. Я хочу всем сказать. Очень давно послала я, ну как, очень хотела, чтобы внук играл на гитаре. Ему было лет 13 тогда. Это не этот, нет, это другой. Нет, это его младший брат. Сейчас ему 31-32 год. Вот. И он не очень хотел. Да. Бабушка захотела. Но когда он пошел к Юрию Викторовичу, он гитару из рук не выпускал. И поступил на прекрасный факультет компьютеризации, проучился год и сказал, нет, это не мое, и стал музыкантом. Вот школа. Все, кто вот, он заражает любовью к музыке, педагог, когда вот заражает, и все, они уже не могут жить. А старший закончил 2 института, уже пошел совсем взрослым к нему, ему очень хотелось заниматься, и 33 года поменял свою жизнь. Все эти дипломы под лавочку, он сейчас вот солист, гитара классическая, на огромном лайнере, там 4000 туристов, 2000 обслуживающих персонал. Все благодаря Юрию Викторовичу. Да. И да? Младший, ну как-то мы тоже не очень хотели, чтобы он уже... Хватит музыкантов. Вот. Ну, пошел только, полтора года занимается. Он тоже не расстается с гитарой. В свободное время он играет. Вот что такое педагог настоящий. Нам повезло, ребята, здорово повезло. Да. Во-первых, какая музыка. А его, я как посмотрела, это ноты, я же понимаю, что это такое. Каждую ноточку записать. Мало того, что все рекомендации детям. И каким пальчиком, и где... Да таких нот никто не... Вы нигде не найдете вот такая любовь к детям, как у нашего педагога. Спасибо огромное.